еще хотел сказать. Ферзат Кюнис. Здесь я видел, Шавхал, как всегда, вышел перед моим боем и тут речь толкает. Что больше я такого не видел, Шавхал. Я там стою, мерзну, остываю. А ты здесь непонятно чем занимаешься. В клетку заходишь, так дерись уже. Изначально просто перееду. Шавхал там хочет зайти в клетку, пустите его. Пускай скажет, что хочет. Пустите, пустите. Одного. Шокол, заходи. Не хочешь, все. Все, не вопрос. На. Смотрите, вот этот человек, который Осипян, мы с ними решили в свои моменты, поговорили. Вот то, что только после боя он говорит, это не подобающий. Он то, что говорит, это некрасиво. Вот с ними старший человек. Я могу этого Осипяна, что я хочу сейчас, из-за него уважение, я подошел к ним просто поговорить, чтобы его никто здесь не трогал. Потому что он как старший, и они армяне. И у меня много друзей. Этот человек, я не знаю, что он боя хочет. Мы с ними поговорили. Мы много раз на улице виделись, почему он мне не подошел и там не сказал. Вот я из-за вас, уважения к вам, подошел и поговорил с вами. Вот этот человек, который Осипян, такой смелый, такой он дерзкий, пускай, как мужчины мы сейчас, отойдем мы вдвоем или поедем мы, и мы порешим этот момент, если у него есть... О чем ты говоришь, я не понимаю, Шавхал. Вот смотри, вот ты мне сказал, Осипян, после боя, после боя ты сказал, что кто-то шел сюда, зашел, то все, смотри, мы же мужчины, правильно, считаем мужчинами. Давай вот этого детского садика не будем здесь устраивать. Давай. Слышь, какой детский сад? Хорошо, я вас тебе сказал. Здесь... Хорошо. Перед то, что моим, не надо заходить полчаса речь толкать. Не позвали. А ты здесь контрактом работаешь. Кто тебя позвал? Мне Эдуард Германский. А тот раз тебя тоже позвали? А? Тот раз тебя тоже позвали на стадион. Да, Перс позвал меня тот раз. Он спрашивал, гэнгстер где? Я поэтому приехал. И вот, я поговорил с твоим старшим братом Артемом, если у тебя такое смелость, со то мной, что... Со мной да. Разговаривай, с братьями не надо разговаривать. Хорошо, тогда мы отойдем, все порешим, нет проблем. Давай. Все, мы посмотрим.